Друзья, всем привет! С вами снова Ольга Романова, нутрициолог, коуч по снижению веса и коррекции гормональных проблем, кулинар с огромным стажем, основатель Академии фуд-коучинга. Скажите, можно ли в жаркий летний день приготовить что-то более подходящее, чем холодные супы? Мне кажется, что нет. Сейчас жара на какое-то время стала неотъемлемой частью моей жизни, и холодные супы очень меня выручают. Рецептов холодных супов существует огромное множество. Сегодня я предлагаю вам приготовить три разных супа на основе огурцов. И хотя основа у них одинаковая, все наши супы получаются совершенно разными, но при этом очень вкусными и очень полезными. Начинаем! Для приготовления нашего болгарского супа мелко нарезаем огурцы. Перекладываем их в сито, посыпаем морской солью, оставляем немного постоять, соль вытянет лишнюю влагу из огурцов. Тем временем готовим остальные ингредиенты, мелко нарезаем чеснок, вы можете делать это любым удобным способом. Мелко же рубим укроп. Соединяем все в глубокой чашке, добавляем натуральный йогурт, можно брать кефир, простоквашу, если он густой, то разбавляем минеральной водой. Перемешиваем, потом вспоминаем, что мы не добавили соль, добавляем соль, снова перемешиваем, охлаждаем как следует наш суп, разливаем его по тарелочкам, добавляем оливковое масло, перец и посыпаем любыми орехами. У меня были кешью в оригинале грецкие. Для начала давайте обжарим креветки, разогреваем сковороду, выкладываем туда наши сырые чищенные креветки. Долго готовить нам их не надо, как только они стали розовенькими, сразу же их переворачиваем, посыпаем острым перчиком, поливаем соком лайма или лимона и сразу же снимаем с огня. Теперь займемся, собственно, супом. Произвольно нарезаем огурцы. Нарезаем сельдерей. У меня был вот такой, но лучше брать стеблевой, с ним будет вкуснее. Нарезаем кинзу или петрушку, что вы больше любите. Я всегда больше люблю кинзу. Соединяем все в глубокой чашке. Добавляем кумин молотый, он же зира. Добавляем соль, холодную газированную минеральную воду. И пробиваем блендером все до однородности. Охлаждаем наш суп как следует. Можно добавить ломтики, кусочки льда точнее. Можно убрать его в морозилку на некоторое время. Выкладываем сверху креветки и подаем к столу. Приятного аппетита! Для приготовления нашего следующего супа нарезаем огурцы произвольно. Все равно мы будем измельчать их блендером, просто удобными кусочками. Перекладываем либо в глубокую чашку, либо в чашу стационарного блендера, если у вас такой есть. Также чистим и режем авокадо, отправляем его к огурцам, добавляем базилик или какую-то другую зелень, добавляем зубчик чеснока, выдавливаем сок лайма или лимона, добавляем соль, перец, натуральный йогурт и пробиваем все блендером до однородности. Если стационарный у вас есть, то вам повезло. У меня пока что есть только такой йогурт, блендер, и с ним можно справиться. Охлаждаем как следует, поливаем оливковым маслом, добавляем малосольную рыбку, посыпаем паприкой и подаем к столу. Быстро, вкусно, полезно. Все эти супы, как вы могли заметить, готовить очень просто и очень быстро. И экспериментировать с добавками, кстати, нам никто не мешает. Вместо креветок можно добавить яйцо пашот и немного йогурта, допустим, а вместо малосольной рыбы кусочки запеченной курицы. И, кстати, благодаря этому можно одним приемом накормить самых капризных домочадцев. Если ваш ребенок, допустим, не любит креветки, вы просто кладете ему запеченную курочку вместо креветок, а вам никто не мешает эти самые креветки любить. Такой кулинарный прием я называю блюдо-конструктор. И это блюдо-конструктор всегда очень и очень выручает. И когда надо накормить самых разных и капризных людей, и когда надо готовить просто, быстро и удобно на базе одних продуктов. Таким принципам кулинарным и многим другим я обучаю на своем курсе «Основы фуд-коучинга». Ссылка на сайт будет в описании к этому видео. Обязательно заходите, смотрите, присоединяйтесь к обучению. А у меня на сегодня все. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока, до встречи в новом видео.